Обязательно ли сдавать ПЦР-тест журналистам? На этот вопрос ответил представитель Атырауской областной территориальной избирательной комиссии. Представители СМИ, участвующие в голосовании в качестве наблюдателей, либо проводящие длительное время на избирательном участке, согласно постановлению главного государственного санитарного врача, должны пройти тестирование. А корреспонденты, прибывшие в избирательный участок для получения информации для населения на короткое время, будут работать без заключения ПЦР. В некоторых избирательных участках происходят недопонимания. Эти мероприятия проводятся в первую очередь для безопасности населения. Затем вторая проблема касательно мест, выделенных для наблюдателей. Их количество было определено согласно площади избирательного участка. В связи с эпидситуацией, согласно требованиям главного санитарного врача, расстояние между участниками должно быть 1,5–2 метра. Если эти требования не будут соблюдены, это будет считаться нарушением. Поэтому призываю всех участников, в том числе и наблюдателей, с пониманием отнестись к данному вопросу.